Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Квадал Лимон ТВ. Сегодня мы будем играть в Ingredi Box. Я хочу создать музыку. Я уже смотрел прохождение, ну я все концовки еще смотрел. Я хочу вот эту, с орущим пацаном такой. Я помню, что в концовке, короче, вот этот чувак посередине, он там поет. Так. Я не помню, что дальше. О, да! Но у нас ничего. Ну-ка, давайте, сейчас это пройдет. Вот это. Я не умею музыку создавать, помогите. Во, вот так. Thank you.
Ва, помогите. Во что бы нам сыграть? Пичман Старс. Это симулятор. Блин, ладно, что-нибудь на просторах этих, на просторах Google Play Market найдем. Я сам это смотрю, там какие игры есть, и скачу их. Я вот это играл раньше, но я там не понимаю, так что это плохая игра. Вот это я тоже играл. Вообще не Woman's Root. Кстати, вроде бы картинку поменяли. Да, кстати, тут картинки поменяли уже. Успели картинки поменять. Вот это прикол. Ну, знаете, типа какую-нибудь такую прикольную игру. Ну, кстати, отсылки к этой. Кстати. Отсылки Skywars. Не. Я Бэдварс люблю. Скайварс это не мое. Бэдварс только мое. И все. Ладно, давайте. Ну реально, я не знаю, во что сыграть. Это я не хочу. Ладно, давайте World on Tanks. World on Tanks. Сыграем. World of Chat. Извините, но мне пришлось написать Куренов, потому что я не мог войти. Я не мог просто ТВ написать, мне пришлось это написать, чтобы я смог войти. Вы обалдели? Я выбирал в прошлый раз СССР, собаки! Я все помню! Враги там, корпус, по башне стрелять надо, вот прям по этому полюку. Да, я знаю. Только неудобно тут ездить. Тут ездить реально неудобно. Тут реально ездить неудобно. Мне тут неудобно.
Смотрите его. Да, у меня вот сюда и там вот это. Там вот это, короче, баррикада или я не помню. Да, вот, где лес. Тут где-то... Да, вот, вот он там. А... Окей, я сдаю вашу логику танковую, хватит меня обучать, собаки. Стоп, я же могу, блин, я же могу ломать. Сейчас я вам покажу ингреди бокс. Ну-ка, это что? О! Он где-то... А, вот. На ингреди бокс. Педигри бокс. На педигри. Он ускорился? Ничего себе, это батяра. Давай, позади. Гусеница, гусь, гуси. Гуси. Я гуси должен выбить. Он крут как гуси. В прошлый раз я бог. Но я хочу по гусям стрелять. На тебя погусял. Я хочу. Вы получите по башне. Я убью того человека, который там. На тебе ингреди бокс. Кошарить. Эти танки очень сложные. Ну что ты не знаешь, какой у тебя противник будет. Я удалось. Короче, я удаляю. Эти танки, они скучные. И в них невозможно играть, потому что это... Ладно, сейчас мы будем играть. Ладно, сейчас, стой. Стой, поджарю бекон.
сейчас у меня просто бекон сырой. Сейчас у меня просто сырой бекон. Так, а как мне потушить? А, моя рука! Да почему так быстро? Суть в этой игре, чтобы зажигалка зажглась. И коммунизм старс. Зайдем в коммунизм старс. Ай-яй! Моя нога! Ай-я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 й
Я хочу вот этот кубик. Одна звездочка есть, 4. Думаю, что ты такой сильный с своими бумерангами. Про. Так, реально, у меня есть друг про. А вы не узнаете, где я? Собаки. О, ничего себе. Мик, что делать, пацаны? У него и что есть? У него сразу сила есть. Невидимость! Получай! Знаете, я хопку пылью. Я обкидаю пылью! Нет! Thank you.
Я не знаю, как в это играть. Но зато вы победили. Десятая сила. Про ноль кубков. Зато у меня плюс 100 кубков. У меня 18-й ранг. Я скоро сильным стану. Так, где мне мой друг говорил про русское? Ну и где скин русской школьницы, он мне говорил. Ну вот он. Это вообще пескомода, блин. Это рок-звезда Кольт. Это не рок-звезда. Кольт, это вообще оружие, дебил. Дебилы. Новогодний. Бандит. Я не знал, что у меня напока! Я хочу звездную силу! Дайте мне звездную силу напока! Да почему? Я не знал, что у меня напока есть звездная сила. Ну, беру пока. Мне ни одна звездная сила не упадает, это как? Да. Дако. Ну что, звездный сил должен выкатать из этих ящиков. Ура! Я должен выбить. Я должен выбить. Последний. Да не, звездная сила, последняя минута. Походу она тоже. Да, музыкальная шкатулка. Бобо. Так, Бобо. Ой. Булягу. Тик-тика. Да капа.
Все, ладно, всем удачи, всем пока. С вами был я, Кладовый Лимон ТВ. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.